Привет, YouTube. Привет. Вот решил новые вот эти грибочки сравнить со старыми. Тут они разные. Я просто подобрал немножко по диаметру и по форме места, которым приклеивают по шляпке. Вот. И сейчас просто-напросто приклею все те же и все то же. Как говорится, как в предыдущем видео. Посмотрим, как они тянут. Ну вот, есть место ровное на учебно-тренировочном капотике. Я его подготовил, помыл, почистил. Все, тут все чисто, красиво. Но вот в эти места я, где тренируюсь, не буду ставить грибочки. Буду ставить на новые. Сейчас пистолет в режим войдет и попробуем, как они тянут. Посмотрим. Вот так получилось. Значит, вот эти синенькие грибки — это дед-центр. Вот, вот это вот у нас текила. Вот, вот эти вот зеленые — это Black Plagoia. Вот это Нюслевский. Вот эти вот, которые такие вот желтенькие, это так называемые медовые. Ну, тут тест как бы условный. Мне просто как бы ради интереса я решил посмотреть, снять, что как будет. Вот. В принципе, вот таким образом. Тут по-хорошему, конечно, было бы подобрать одни грибы, но в данном случае я подобрал примерно по диаметру. Кое-где там грибочки, вот этот на миллиметр, по-моему, меньше, чем вот эти. Здесь тоже вот этот поменьше на миллиметр, чем вот эти. Ну, вот эти примерно как бы одинаковые. Просто, как говорится, ради интереса посмотрим, как они тянут. Опять же, тянуть буду на отрыв один раз. Ну что, приступаем. Смотрим. Так, а тут подлезть не очень-то получается. Но сейчас я как-нибудь подлезу сам. И снимать одной рукой и работать не получается. Так что сори. Все-таки решил я этот вопрос. Взял вот этот мини-лифтер. У него расстояние между ногами побольше. Это нюслевский. Древний такой. Вот, он у меня тоже есть, и при помощи его отодрал. Значит, единственное, что вот здесь выдрало кусочек из центра, остальное все так. Дальше я буду снимать вот таким образом. Вот здесь вот так поставлю грибочки, посмотрим здесь. Потом здесь точно так же выставлю, будем смотреть здесь и по порядку грибы. Также здесь и здесь, то есть чтобы было видно, что как выдернуло. Понятно, что этот тест довольно таки субъективный, но все-таки ради интереса я решил такой тест снять. Ну, что ж, вот итоги нашего теста. Берем вот эти вот два, примерно они одинаковые. Вот это вот эти грибочки. Вот. Дальше второй ряд, вот эти. Смотрим. Немножко лампа снижит. Вот этот белый грибочек чуть меньше. Этот чуть больше вытянул. Дальше вот они. Раз, два, три, четыре. Вот смотрим еще раз на эти грибы. Значит, это у нас Black Plagoia. Это текила, это дед-центр, это, ну, так называемые, как они, пивные грибы. Вот. Вот эти два грибка, дед-центр и Black Plagoia, выдернули побольше, как мы видим. Эти чуть поменьше. Ну и опять же, значит, дед-центр, текила, Black Plagoia, и это нюсли. Я даже специально оставил вот кусочек клея на нем, не смывал. Как мы видим, первый вот этот дед-центр хорошо выдернул, второй текила чуть послабее, потом чуть посильнее выдернул Black Plagoia и нюсли тоже. Но если вот так смотреть, в общем, как я смотрю, вот, может быть, камера это не передает. Все-таки дед-центр, вот эти грибочки,
D-центр. Они, в общем-то, посильнее справляются, нежели остальные. Да, и когда я вот их отрывал, особенно вот этот большой площади, вот эти грибы, они отрываются прям с очень большим усилием, и эти также. Вот, маленькие, конечно, они с меньшим усилием отрываются. Ну, вот такой вот, как бы, тест на скорую руку. Ну, что сказать, вот D-центр, как бы, на мой взгляд, сильно работают, чуть-чуть посильнее, чем у них тяга. Ну, при тех же равных условиях, как бы, они тянут чуть посильнее. Вот. Все, вот такой небольшой еще тест я решил забацать, чтобы посмотреть, как это все, так сказать, работает. Вот. Всем спасибо за внимание. Пока-пока, до новых встреч. Ну, дальше я эти грибочки буду тестить уже на машинке. Будет машинка скоро градовая, и на ней будем этими грибами работать. И потом, как бы, в процессе работы в своих комментах я подрасскажу свое мнение, повторюсь, о том, как это все работает. Все, всем спасибо за внимание, пока-пока.